Ты чай сделаешь? Она, тебе сейчас нужен чай? Я думала, потом, когда уж попьем, давай. Да, Когда ты окей. накрасишься. Окей. С ней накрашивать пить не будет. Всем привет, я сейчас у Тани, и пока мы собираемся как-то снимать видео, я решила показать вам макияж, который я сделаю. И это будет очень быстро и очень просто, потому что я за последнее время, последние несколько месяцев, не то что разлюбила делать макияж, я просто разлюбила тратить на него слишком большое количество времени. Первый продукт — это Beyond Perfecting Powder Foundation and Concealer от Clinique. У меня оттенки 2, алабастер, но, если честно, мне кажется, я всегда везде самая светлая. И этот продукт говорит, что он консилер и тональный крем, поэтому я так и буду делать, использую просто спонжик, который идет с ним. Здесь две стороны, одна более плотная, одна более прозрачный эффект дает, и я использую тот, что более прозрачный. Это ты такие звуки издаешь? Теперь немного хайлайтера, потому что я небольшой фанат исключительно матового лица. И я не знаю, на самом деле, я раньше не использовала кремовые продукты и жидкие продукты поверх пудры. Но я думаю, все будет хорошо. Это High Beam. Я зимой всегда как-то иду к нему. Осенью и весной, летом я люблю Moon Beam. И все такие золотые хайлайтеры. Я так давно не снимала макияж, мне кажется, каждый раз как первый раз. Какие-то слова произношу. Мне кажется, слишком далеко. Теперь брови. Это Estee Lauder Double Wear. И также я карандашом пройдусь по своим родинкам. У меня кончился карандаш. Супер. Я пройдусь по родинкам и просто снова их обозначу, потому что пудра их слегка закрыла. Томстер. Так, для глаз я буду использовать всего один продукт. Это карандаш от Clinique в оттенке Skinny Jeans. И это темно-синий карандаш с блестками. И я нанесу его на линию роста ресниц. И просто слегка растушу. Я хочу очень-очень незаметное что-то простое, но с какой-то изюминкой. Поэтому я выбрала именно синий карандаш и слегка растушу. Лучше бы это, конечно, делать ватной палочкой или кисточкой, но я ничего с собой не делаю. Это мои волосы. И немного на нижнюю. Моя главная задача — это дать глазам такой какой-то интересный оттенок без эффекта кондукторши. Теперь тушь. Это новая тушь от Clinique Chubby Lash. То есть у них есть Chubby Stick для губ, для щек, для губ, для губ, для щек. И теперь Chubby тушь. И в сравнении с другими я заметила то, что она дает более яркие ресницы, потому что всегда все предыдущие, вот моя самая любимая — это Lash Power или их классическая в зеленой тубе, я всегда с них снимала большую часть продукта, чтобы были очень естественные ресницы. А здесь я прям иду до конца. И нижние. Бдыщ. Так, и последняя часть — это губы. Сначала карандаш от MAC в оттенке Sore, потому что я не могу без карандаша. Я забыла свой карандаш, поэтому сразу тогда к помаде. Ой, не люблю я карандаш пропускать, но это Clinique в оттенке Rebel Pop. И иными словами, осень в помаде.
и это все. Нет, зум-аут. Помните, как во влогмасе, когда Люк все время приближал, делал рандом зум на Ингрид? Все, это все на сегодня. Мой сегодняшний макияж, даже не знаю, какого ему дать название. Макияж. Я собралась к Тане за 5 минут и взяла первый продукт. Все, мы пошли пить чай и снимать вам совместное видео. Но я желаю вам прекрасных выходных. Увидимся очень скоро. Пока.